В Петрозаводском президентском кадетском училище достраивают ледовый каток, на очереди бассейн. Сегодня подрядчики рассказали о ходе работ заместителю секретаря Совета безопасности России, а руководство училища для Рашида Нургалиева провело экскурсию по учебному заведению. Подробности у Анжелы Маркевич. Этот визит Рашида Нургалиева в училище далеко не первый. Сегодня замсекретаря Совбеза страны снова прошелся по территории и возложил цветы к бюстам великих полководцев. Монументы – подарок Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия республики. Гостю показали комнаты учащихся, похвастались уже работающим сервисом для родителей кадетов. Каждый родитель может выйти, находясь в Владивостоке, в Сочи, там, не знаю, в Хабаровске, выйти в интернет, набрать определенный код, который доступен только ему, и посмотреть, чем занимался ребенок. Ребенок в течение сегодняшнего дня, что он ел, какие занятия посещал, какая успеваемость, какие дополнительные образования, какие кружки посетил. Петрозаводское училище одно из лучших в стране, считает Рашид Нургалиев. У заведения есть особенность. В кабинетах есть учебные пособия, сделанные руками воспитанников. Вот, например, макет, который кадеты создали при помощи 3D-принтера. Класс, где изучают основы военной истории, вообще заполнен реальными экспонатами. Рашид Нургалиев пообещал привести в коллекцию настоящие парашюты. Если это действительно такое направление, которое считаете очень важным и необходимым, давайте вместе подумаем, где поискать. Президентское училище продолжает строиться. В этом году сдадут бассейн и ледовый каток. Сейчас рабочие ведут отделочные работы и монтируют оборудование. К ноябрю комплекс будет полностью готов, пообещал подрядчик. Рашид Нургалиев хотел подарить воспитанникам хоккейную форму, клюшки, но оказалось, что подрядчик все уже купил. Тем не менее, свою лепту заместитель секретаря Совета безопасности России все же внесет. Сделаем наглядность с нашими олимпийскими чемпионами и ветеранами легенды хоккея. Это можно сделать, если где-то галерею найдешь хорошую. Я тебе обещаю, что я привезу все большие плакаты, и Буре привезу, и Якушева привезу, и Фетисова привезу, чтобы мы здесь сделали хорошую наглядность. Еще на территории кадетского училища должны быть построены стадион и 3 корпуса в год по одному. Тогда учебное заведение обретет окончательный вид. Раз, два, три! Раз, раз! Анжела Маркевич, Александр Борисов, Сампо ТВ 360.